Здравствуйте. И сейчас мы будем играть в игру, которая называется Rimmed Ресса. Это некий космический рогалик. Вот прям какой-то космический рогалик, по крайней мере. Насколько я знаю. Сейчас посмотрим. Такое вообще возможно? А вот мы сейчас узнаем, насколько это возможно. Так, я что-то выбираю. А, понятно. Я пока не могу. То есть я могу играть тут, видимо, за разных персонажей. Ну, точнее, как-то, не знаю, начинать с разными кораблями, может быть, или что-то в этом духе. В общем, так или иначе, у меня сначала доступен всего один. Вот этот вот эмблоколонизер. Эмблоколонайзер. Да? Так получается. Сложно как-то. Вот. Ну, что-то вроде и того. И мы видим его характеристики. Понятно, что характеристики у него самые-самые базовые. Начинаем с первой главы, потому что какой-то сюжет даже есть. Все по-серьезки. Ой, я случайно пропустил сюжет. Ну ничего, зато я не заспойлерю ничего. Что-то мне подсказывает, что стрелочка показывает, куда мне следует идти. Так, о, на пробел я ускоряю. Ой-ой-ой, что-то я сильно разогнался. Тут суть в том, что как бы твое количество топлива одновременно является и твоим здоровьем. Вот. Я сейчас, знаешь, на всякий случай. Ну, чё хинт-то? Explore, boost. Во, controls. Блин, а как стрелять-то? Хорошо, ладно, разберемся. Сейчас полетим по миссиям и просто разберемся. Пробельчиком, может? А у меня, может, и нет еще ничего. Может, кстати, нет, пробельчиком я ускорился. Сильно ускорился, и у меня как поперли ресурсы в минус. Я что-то заволновался и отжал обратно. Так. Идет время сверху, мы видим, что год нулевой. Ух ты, ух ты, ух ты, это что такое? Ресурсы. Что это было? Так, окей. Оу. Что это за? Гейм-овер был. А окей. А что произошло, я не поняла. Хорошо, теперь мы начнем с того, что прочитаем что-то про миссию. Ха. Окей. Найдите 9 сигнальных локейшенов. Я должен путешествовать. Second Reach. Дадут 9000 space points, achievement, strange point. Ну, короче, понятно. Нужно куда-то там мне лететь. Я нахожусь в открытом космосе, у меня есть топливо. Ух ты, чуть-чуть такое там. Чуть-чуть так. О, вот это что за штуки? О, вот это похоже. Так, стопы. Это поезд астероидов. Я вот пытаюсь понять, это является вот топливом, то, что я собираю, но что-то как-то не могу так вот обратить внимание на этот ресурс. Ну ладно, непонятненько. Вот с этими штуками, видимо, лучше. И зашибись, ты смотри, да. Я единожды столкнулся, и все. И уже всё? Как бы можно. Все, давай, до свидания. Как стрелять? Ну, вот я так хочу... вот, космос беспощаден. Космос прям совсем беспощаден. Я хочу как-то стрелять начать, да? Давай найдем, как стрелять. Так, я нашел, как открыть какое-то меню нашел. Это, конечно, очень важно, но мне бы пальнуть бы в кого-нибудь. Может, да? Мышенькой? Я пытаюсь мышенькой, но ну, вот я сейчас разогнался мышенькой, блин. А зря. Дайте мне уже кого-нибудь. Я хочу ударить кого-нибудь кирпичом по лицу в космосе. Так, хорошо, ладно. Сейчас я просто аккуратно. Вот просто аккуратненько пойду по стрелочке. Тут. Так. Ресурс лоу уже. Что такое вообще? Как здесь выжить? Так. Может, у тебя есть какая-то карта. Хотя если рогалик, то нет, не у тебя никакой карты. Ну вот это вообще фигня какая-то. Так, missions. Missions понятно, basic. О, use resource kits. О, не, это все задание. Это все задание. Ships. Рагнарёк. Ну, это всякие ачивменты и типа квестики. Типа квестики, да, получается. Инвентарь. Инвентарь полностью пустой. Чудесно. Research были. Пилот. Это прокачка. Пока ничего не понятно. Как кого-нибудь убить, непонятно. Я хочу кого-нибудь убить. О, один год на корабле. Ресурсы почти кончились. Тихо. Пособираем эти хреновины. Хотя мне кажется, что они... Это на самом деле экспа. То есть они как бы... Ресурсы-то мне нифига не добавляют. Только экспо. А зачем мне экспо?
вопрос, если я сейчас помру из-за недостатка ресурсов? Ни к чему. Хотя бы помру, левелапнувшись. Не так обидно. Помер. Окей. Тебе же нужно какие-то штуковины в космосе найти. Я до них даже, понимаешь, я до них даже долететь не могу. Понимаешь? Вообще не понимаю. Что происходит? Почему у меня нет какой-нибудь пушки? Чего мне ничего не объяснили, что делать вообще? А вот там написано Research, кнопочка R. Что она делает? А это вот всякие эти, всякие какие-то штуки. Ага. Видишь, это, судя по всему, какие-то перки там или что-нибудь. Ачивменты, может быть, что-то в этом духе. Окей. Вот. Ну, хорошо, ладно. Ну, то есть нифига не хорошо, ну ладно, окей, я полечу. Что это такое? Почему бы не заэксплорить? Да-да-да. О! О, блин, и словил плюху тут же. А, еще exploration-то failed. Оу! Что-то все плохо. Нет, я готов это принять. Как бы. Но я просто в принципе не понимаю, что от меня требуется-то. Что эта игра от меня хочет? Вот реально. Показывает ход стрелочкой. Причем стрелочка, я здесь, стрелочка тут. Куда лететь-то? Ну, очевидно, лететь надо по стрелочке. Я пытался. Видит Бог. Все. Да как так-то? Да как? О, там что-то ну, было мощное что такое. Ты? Подожди, ладно, все, я понял. Это он такой неуправляемый или он, как? Нет, он, кстати, на самом деле, он на самом деле так относительно трудноуправляемый. Видимо, та штука, которая по стрелочкам, она находится достаточно близко. Я сейчас попытаюсь, так, стопэ. Геймпадиком можно? Нифига, нельзя. Я думал, может, геймпадом проще будет. Ладно. Тихо. Так. Может, эту штуку можно исследовать? Exploration failed. Окей. Очень печально. Слишком крутая штука для нас. Во, я получил плюс полтос ресурсов. Так, хорошо. Я кое-что начинаю, кажется, понимать. Я так или иначе, я нашел способ. Что это такое? Я не знаю, но не Мне кажется, это что-то опасное. Ты думаешь? Ну, оно такое красивое. А оно выглядит как мины. Да, я же говорю. Мина. Так, о. Слушай меня, я мудрая женщина. Иногда. Я в очередной раз убеждаюсь в этом. Так, это важные данные. Хорошо. Выключить автопилот, ресурсы или спейспоинты. Leave data behind. У меня отняли спейспоинты, но, блин, без спейспоинтов я жить могу. А вот без ресурсов-то нифига не выживу. Просто, знаешь, нечто шипастое и красное не может быть безопасным. Я понимал это, но оно манило меня, понимаешь? Манило. Как мотылёк как на свет. Да, манило меня, как огонь мотылька. Тихо. Планета? Это космос, детка. Да, тут все посерьёзке. Тут сложно тормозить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то опасное. Нет, подожди. Нет? Refuel ресурс here. Refuel? Не, подожди, у меня пока достаточно много ресурса. Окей. Это вообще-то самая удачная охотка, я не знаю, мне повезло, я считаю. Так, аккуратненько. Да уж. Мне кажется, уже объект близко. Объект близко. Да, так. потихонечку. Надо как это, пшикать. Потихоньку О, пшикать. О, орбита. Тихо. Двойная орбита. Так. Так. О, они столкнулись. Так, я получаю плюс 800 спейспоинтов и плюс 300 бешеных ресурсов. Есть. В общем, ты летаешь по космосу и эксплоришь его. Левелап. И чё, как левелапнуться? Пилот. Так. Exploration. Scouring. Technology. И survival. Так. Increase resource and consumable item bonuses. Я думаю, а что если нам сейчас повысить броню корабля, например. Я думаю, что нам сейчас нужен survival как раз.
О, unlock survival based zones. Increase recharge station charge. Ну, в общем, какие-то параметры повышает, очевидно. Технологичные зоны. Так, разблокируют специальные объекты в космосе. И... Угу, понятно. А что за скауринг? Вот мне что интересно. Повышает шанс найти всякие айтимы. О, кстати, вот это макс, на макс шилд влияет. То есть какой-то шилд, может быть, появится, или я не знаю. Но вот если он появляется после этого, то круто. Если только это как бы бонус дает, то стрёмно, потому что у меня тупо нет счета. Так, ресурс и консюмбл. Давай ресурс, давай возьмем сервивал. Я хочу сервивал. А, у меня же кулек поинтов. Так, хорошо, три в сервивал, два в технологии. Так, энтер. Я прокачался. Я считаю, что ты взял самое необходимое на данный момент. Я наверняка взял самое... Самое нужное. Самое лучшее даже, я бы сказал. Так, тут... О, подожди-ка, это что такое? Не, я пока не могу этой штукой пользоваться. Насколько я могу судить. Так, ну хорошо, мне стрелочка показывает в другое место теперь. Я полечу в другое место. Аккуратненько вот так подпшикивая. Год проведен в космосе со страшной силой. Тихо, тихо. Вот эту планету я уже исследовал. Этой хреновиной мне не нужно пользоваться. Я хочу пушку, я хочу убивать. Тихо, да чтоб тебя за ногу-то, а? Вот одну плюху словил, и все, половины здоровья нет. И все прахом пошло. Космос, ребята, ошибок не прощает. А что такое? А, просто выглядело так, как будто у меня движки вырубились. Вроде на первый взгляд здесь нет такого. Но выглядело так. Так, окей. И вот, знаешь, вот как один какой-то чертов астероид может так вот все переменить. Поломать всю жизнь. Да, все так и хорошо корабль. Начиналось. Все так хорошо ведь начиналось-то, а? Астероид, ну что ты, нормально же общались. Нет! Я не мог увернуться. Ух. Я вот как только его увидел, сразу начал отворачивать. И чё? Ну хорошо, все, вот сейчас я уже как бы все, я уже знаю и умею. Опытный летун космический, да, прям как да. Гагарин. Да, 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 да. Я уже опытный пилот. Так, это как бы отработка маневра. Отработка маневра сейчас такая. Оп! Маневр. Маневр уклонения. Так. Хорошо, хорошо, спокойно. Space Point 2200. Окей, отлично. Тихо, тихо. О! Во, не зря маневр-то, да, отрабатывался. Ранее. Ну ты уже как это, как профессионал. Ну это просто, понимаешь, это уже опыт, как бы. Ты мы не первый выход в космос-то. Так, стопэ, планетка. Стопэ, давай. Осторожно, осторожно. Есть, у меня отняли ресурсы, какая радость. Так. Аккуратненько. Тихо, 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 тихо. И да чтоб тебя! I search the spacecraft, I keep my curse. Не, я обыщу. Черт, потратил энергию только. Ну, получил мальца экспы, тоже неплохо. Так, стопы, так, стопы. Хотя изучим. Тут прямо целых. Осторожно. Маневр, маневр, нормально, нормально, нормально. Маневр профессионально был проделан. Чуть-чуть потихоньку. Тихо. Тихо. Слушай, а вообще норм так идет. Так. Нет! И солнце! Нет! Жарко расплавился. Виновата гравитация. Это будет официальная версия. А тебя к ним притягивает, нет? Официальная версия будет именно такой. Остальное не важно. Окей. Так, 1965 Space. 1990 тоже неплохой год был. Так, о! Стоп, стоп! Стоп, я что, здесь уже умирал? Так, интересные подробности. А! Это подстава была! Вот паразиты. Реально? Это что за хурма такая? Ю, я не знаю, какой-то что это. Глаз это? Космический. Волосатый. Да, волосатый космический глаз. Так, окей. Это что за... Почему-то я хотел назвать их герпесом. Это черная дыра. Да. Из фильма. Как этот фильм-то, блин, стрёмный. Какой? Который смотреть невозможно. Гей-нигер из Марса? Нет, другой. Этот я не смотрел, я не знаю, во что он был. Нет, в открытом космосе. From Outer Space. Нет, сейчас, подожди, как же...
Блин, ну этот, ну недавний-то, который всем нравится, про космос. Да, Интерстеллар, да, который скучнейший. Который я не смотрела. Который три четверти фильма можно, короче, Я смотрела, брать. Но я уснула потом. Ну вот, нормально. Все. Я что-то такое летал, исследовал и, очевидно, сгинул в черной дыре. Давай еще ходочку. На самом деле, что-то в этом даже есть, ты знаешь? Вот реально. Вот в происходящем даже что-то есть. Ты уже втянулся, да? Да, я что-то уже втянулся, нормально. Я почувствовал тягу к исследовательский зуд почувствовал. Так. Кстати, подожди, секундочку. Да, моя догадка верна. Я ее не озвучил заранее, но она верна. Что такое? Я возвращаюсь с той же самой прокачкой. То есть я фактически ничего не теряю. Понимаешь? Я ничего то не теряю. Экспа не теряется. Экспа не Экспа и экспириенс. Да. Ну, в смысле, экспа в смысле... Геймплей экспириенс. Что... Да. Экспа в смысле то, что прокачанные, а экспириенс это твой игровой опыт. Да, да. Все, сейчас вот... О, ресурсы слоу. Просто летим. Как... Давай дотяни до чего-нибудь. В какой-то момент сгинули в космос. Эх. Не, ну я должен еще раз. Ну такая удачная охотка одна была. Клево было. Нужно повторить этот опыт. Хорошо же получилось-то так. Сейчас попробуем еще раз. Меня знаешь, что больше всего на самом деле смущает? Что? Курсор странный. Почему же он странный? Ну какой-то он... Тихо. Какой-то он, скорее, знаешь, такой стимпанковский, что ли, чем нежели космический. Так. Но это, конечно, вкусовщина. Ну, это как-то пофигу, на самом деле. Тихо, ух ты. Тут... Я вот считаю, что он вообще какой-то греческий. Греческий? С этими вот меандрами. Возможно. Мы только что узнали новое слово. Меандр, ну, да, это звучит? Меандр, ну это вот этот вот у них квадратные так, волны-то, вот эти вот орнаменты. Да чтоб тебя, я ж... Какая-то просто бомбардировка астероидами. Ну, которые похожи на скомканные куски бумаги. Тихо, комета. Так, комета. Летим, комета Галлея. Летим. Есть! Ресурсов накатили. Да, я только что фактически... Так, consumable item какой-то. Ты бы тут это не зависал надолго, меня просто астероиды пугают. Я аккуратненько. Так. Фишка в том, что вот эта штука, она меня либо убьет, либо полностью восстановит здоровье. 50 на 50. Вот это мне нравится. Ку. Че это? Ресурски нашел? Отлично. Так. Тут сейчас подпшикнем. Тихо. Спокойно. Слушай, на самом деле управление довольно рефлексивное. Но с этим как-то так свыкаешься и ну, начинаешь ценить. Можно жить. Да, с этим можно жить. Черт. Понятно, маневром... какая штука пролетела-то, а? Маневрам нужно уходить. Осторожно! Ух! Филипп! Ничего себе! Что это такое вообще? Контейнер, допустим. Нет! Знаешь, я считаю, можно закончить. Согласен. Это на этом великом полете. Это была игра Рим Дреса. Мне, кстати, понравилось, на самом деле. Несмотря на то, что как-то... Очень все скоротечно часто. Но мне кажется, что... Тем более, игра, кстати, сейчас находится на самом деле тоже еще там в раннем доступе, что ли. То есть она... Это еще не конечная ее версия. Мне кажется, тут есть над чем поработать и может получиться клево. Мне, по крайней мере... Я достаточно быстро втянулся. Вот. Главное понять какие-то вещи, втянуться и прямыми руками, наверное, обладать. Я не знаю. То есть мне, в принципе, конечно, в ней в конечном счете делать нечего. Но может кому-то из вас повезет больше. Рим Дреса, ссылка в описании, как всегда.